у футурологов, что очень скоро формат семьи будет такой ограниченно контрактный, то есть у человека в течение жизни будет несколько циклов семей. Эта семья создается вот на этот период, а эта семья, притом это с открытыми глазами, все понимают, что мы проживем вот до там совершеннолетия наших детей, потом мы расстанемся, и потом каждый создаст новую семью. И обратите внимание, что, в общем, никто из футурологов особо это не рекламирует, но мы видим, как в жизни это реально все это происходит. То есть все больше и больше людей уже там второй брак. У нас на один брак два развода. На один брак. Да, два развода. Поэтому мы видим, что, в общем, к этому идет.